Раньше их можно было смело назвать октябрятами, пионерами и комсомольцами. А сегодня это участники российского движения школьников. Проект для учащихся со вторых по 11 классов последние 2 года входит в платформу «Россия – страна возможностей». Это автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас движение в Ульяновской области объединяет учащихся из 206 школ. Региональное отделение этой организации у нас действует с 1 сентября 2016 года. Здесь работа ведется по 4 направлениям. Это информационно-медийная деятельность, это военно-патриотическое воспитание, это саморазвитие обучающихся и гражданская активность. Российское движение школьников дает равные возможности каждому мальчику или девочке, юноше или девушке проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, а также воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы. И все это во время обучения в школе. Одним из первых к деятельности организации подключились учащиеся 44-й гимназии в Ульяновске. Российское движение школьников функционирует в учебном учреждении на базе школьного государства Гордарика. На мой взгляд, дети вовлечены в единую систему по всей стране. И у нас дни единых действий есть, есть конкурсы всероссийские. У детей как раз уже мотивация попасть не только в школе, выйти не только в городе, в регионе. В гимназии, как и в других школах, российское движение работает по 4 основным направлениям. Информационно-медийную деятельность школьники, к примеру, осуществляют за счет выпуска собственной газеты, ведения школьного сайта и соцсетей. «Гордарян» – это наши ежемесячные выпуски, в которых мы описываем события и мероприятия нашей школьной жизни. То есть это и какие-то общие праздники, например, День знаний, либо это наши какие-то внутришкольные мероприятия. В любом случае школьнику нужно видеть яркость, и нужно ярко преподнести, ярко подать любое мероприятие. Российское движение школьников тесно взаимодействует с другими организациями – Юнармия, Казачество, Волонтеры Победы. Кроме того, проект дает школьникам возможность участвовать во всероссийских конкурсах и беспрепятственно выходить на международные площадки. Для меня это вообще просто огромнейшие возможности, потому что при участии в различных конкурсах именно российского движения школьников появляется возможность побывать в лагерях. Я была в Орленке, были на зимнем фестивале в Москве, на различных других съездах российского движения школьников. Десятиклассник Матвей Шулин – юнармеец. К военно-патриотическому общественному движению парень подключился 2 года назад. Этим летом, благодаря российскому движению школьников, Матвей смог исполнить мечту – получить заветный васильковый берет президентского полка. Получил я его во Всероссийском детском центре «Орленок». Я сдал определенные нормативы, курс молодого бойца, и офицеры вымпела выдали мне вот этот берет и удостоверение. Юнармия в первую очередь закаляет себя как бойца, и сейчас за юнармию дают дополнительные баллы при поступлении в вузы. Только за прошедший год школьники Ульяновской области, вовлеченные в движение, приняли участие в 34 всероссийских конкурсах и в 64 масштабных акциях страны. Рената Лиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.